Представители бизнеса, лесопромышленного комплекса и эксперты в сфере охраны окружающей среды обсудили экологические проблемы, связанные с загрязнением природы, в частности, отходами полиэтиленовой продукции, и представили доклад по замещению такой упаковки. Прежде всего, мы предлагаем введение акцизного сбора на полиэтиленовые пакеты. Планируем, что этот акцизный сбор будет направлен на создание либо мусоросжигающих производств, либо на систему раздельного сбора мусора. И второе – это экологический сбор. Чем выше экологический сбор, тем больше переработчики полиэтиленовых пакетов будут стимулированы для того, чтобы осуществлять переработку. Тем больше будет цена на полиэтиленовый пакет. Мы с вами будем смотреть в пользу альтернатив либо одноразовых бумажных пакетов, либо многоразовых сумок. На данный момент в мире зафиксировано 8,3 миллиарда тонн выброшенного пластика. Ежегодно в России реализуется 65 миллиардов штук полиэтиленовых пакетов. Несколько десятков стран уже отказались от использования полиэтиленовых пакетов в торговых сетях. У нас такой подход пока неприемлем. Есть сегодня ряд мер, которые реализуются правительством в рамках реализации расширенной ответственности производителя. Там и упаковка, и другие материалы, которые администрируются. Подготовленный доклад направят на рассмотрение в Министерство природных ресурсов и экологии и Минпромторг.